Две штуки. Одну я точно вижу. Вот она. Возможно, вот это. Упс. Там у нас графские развалины, я вижу. Практически как торт. Так. Так. Так, что ты нам скажешь сегодня? Мне, кстати, нравится это радио. Упс. Так, и вот маленький городок у нас здесь, да? Тенс. Пяу. О, какой маленький городок, ребята. Так, где-то тут у нас еще одна, да? И куда нам? Уоп! Есть. О, господи, когда же это закончится, а? 4 из 7. Так, вот у нас одна миссия открылась. Переходим на Массас. На Массас. Здесь у нас военная база. Да, хорошо. Мы тебя найдем. Воу. Тихо будь. Так. На Массас. Как у меня знакомый говорит, когда видит, сколько я ем, что я на массе. Воу. А. Согласен. А, смотря еще какой кусочек отломишь, из какой части тела. Легко и просто захватила. Захватила. Что-то у меня немного не того. Этого и того. О, да. Вот это город. Так, ну ладно. Какая-то барахолка тут. Так, это у нас... Это у нас статуя. Это у нас не статуя. Так. Танц. Рекламные щиты почти. Вообще ни от кого не скрывался, ребята. Вообще. Вы мне лучше скажите, где у вас еще один рекламный щит стоит. А, спасибо. Главное попросить, на самом деле. Так.
Хорошо, теперь нам нужно что? Нам нужна башня. Ага. Ну, видите, как очень легко и просто. Главное попросить. Так, здесь я вижу, гараж у нас будет. Так, давай, 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 где тут потолок-то? Танц. Танц. Ой, чуть по своему не пострелял. Танц. Да ёптель, Максим. Так, нам надо повесить флаг. Чпаньк. А, не хочу я идти на контакт, чуваки. На мосту или мососе, я так не понял, где подрыв. Видимо, нам нужно будет еще сюда сходить. Масос. Вот сюда, сюда. А сколько осталось? Два. Значит, один, наверное, здесь, а другой где-нибудь здесь. А, это ничьи. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Воу. Класс. Мне нравится. Воу, воу, тихо, тихо. О. Да, это база. Так, ну на задание мы, естественно, не идем. У нас есть более интересные вещи. Так. 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 Норм. Хотя тут тоже есть башенка одна. Но она, видимо, не учитывается. Так, окей. Вот осталась одна. Либо здесь. Либо дальше. Тихо. Да, ко дну, конечно, присобачиваться это круто кошкой. Тихо. Да, вряд ли. Остается только вот это, наверное. Да, я видел что-то там красненькое. И даже не что-то там, там еще и вертолет летает. Ага.
Легко и просто. 5 из 7. Вот на Петре у нас много чего закрыто. Даже целая база есть. Интересно, успеем за 20 минут до 2 часов этим разобраться или все уже на пределе, так сказать. Какая-то база, что ли? А, была. Бу, тихо. Эспиабасса. Классное название, на самом деле. Ага, и вон вход в базу. Она будет полуподземная, полутакая. Не айс. Ну ладненько. Вернул. Это бывает. Так, давайте-ка возьмем. Сука, а? Пидорасина. Так, сейчас посмотрим, что у того чувака. Отлично. Что у него за пулеметик? Ну, точно такая же фигня. Как у меня обычно. Просто какие-то мутанты ходят. Это этот Крайзис. Ох ты, сука. Так, отлично. Так, это все остальное под землей, походу. Ну, кроме этой. Оу, да там жопа, ребята. Дальше не подниматься. У-у-у.
Больно мне, больно. Воу. В таком свете я ее еще не видел. Кто? Течка? Ломаться. Вот оно чё. Вот оно чё. Я должен им помочь, чтобы они помогли мне. Во как. Это как это работает. Пролезем. Легко. Как два пальца об асфальт. Так, у меня вопрос. Тихо. Там я что-то не видел. Эти канистры. Но они должны быть. А это как? А, это отключить эти. Ты, сука! Проще делать так. Но, а где идти искать бочки? Слева. Там он должен быть, да? Да. Вертолет, ты как туда оказался-то? Отлично. У цели парашют. Понятно вам. Ой. Тенс.
Там у нас оружие. Ага. Тин, тин, тин. Отличненько. Ого. Юб. Одна из пяти. Кошмар какой. А юб это который многоствольный или... Ага. Да. Так, ладно. Смотрим дальше. Олива. Олива, олива. На бреющем практически проскочили. Скажите. Прекрасно. Так, вот, надо отключить эти фиговины. То, что я не очень люблю. Отлично. Воу, тихо быть. Так, туда. Что тут как-то глухо. И один вызов по станции. Очень такой, знаете, недогород. Ой, я знаю, какое я себе оружие вызову. Ну? О. Так бы сразу. Да, не успеваем в двухчасовой рубеж собрать все города. Ну сколько тут осталось? Три, по-моему, да? Тур, подрыв, регата. Да, еще три. Так. Давайте, давайте, давайте.
Это оставим. Парная, двуручная. Ну, дробовик. Все равно второстепенным оружием мы практически не пользуемся. Воу! И куда ты делся? Сукин ты сын. Зараза. Теперь еще ждать полчаса. Так. Петра. Творение. Пробуем сюда. А, там у нас это. Чте? Паче? Воу-воу-воу, тихо. Воу. Так, хорошо. Там какой-то у нас остров. А. И в этом острове мы были. Так, и там мы тоже, походу, были, да? Ну что? Да, у нас тут задание было. Ну, сейчас посмотрим, может быть, его тоже надо захватить. Без понятия. Вроде захватывать не надо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Ага. Ну вот раз, скорее всего. Вот это будет второй. На островах вроде ничего нет. Может, здесь что-то. Таум. Ну, колбаса. Там вроде тоже ничего нет, да? Ну, соответственно. Давайте так сказать. Проверим, чтобы уже не возвращаться на этот остров. Ага, это туда. Воу. Так, туда нам тоже не надо. А вот сюда нам надо. Чпонг. Так, куда лепить? Паник. Отлично. Не зря полетели. Захватили. Еще два, да, у нас остается. Спринт. Так. Тянись. Полетели. Тут вроде подземных не должно быть сооружений. Я надеюсь. И так на острове, практически на полуострове находится. Викатрук-то, господи. Кто эти названия придумывал? Mm-hmm.
Минус. Так. Даунс. Да, тут есть над чем поиграть. Воу, прикольно. Как это так? Не агрится. Тихо. Очень хорошо, если вы все сами делаете, ребята. Просто какой-то. Кто стреляет? Воу, на меня какая-то хрень упала. Там походу то, что я хотел, да? Это я люблю. С учетом того, что он стреляет, как у меня этот, как пистолет, точно. Вся дробь попадает в одно место. Так. Сало машина. Машина из сала, что ли?
Минус трансформатор. Так. Вон я вижу. Фигня. Ага. Есть. Захватили. Даже не запыхался, молодец. Какой. Так, ну что, у нас сюда нужно будет лететь. Я вижу вертолет. Мы почти 1 000 000 набрали с вами разрушений. Так, лететь нам 2 километра. Вот этим, кстати, вот этой кометой можно перетаскивать большие суда. Вот. В общем, вот этот, если вдруг и вызовете... Кстати, вдалеке какой-то остров. Видимо, это вот этот. Вот. В общем... Чё я говорил-то? А, ну и если вам нужно будет... перетащить какую-нибудь лодку и тому подобное из моря, то вот можно взять вот эту комету, и она очень неплохо справится со своим заданием. Пока мы сверху, надо разбить как можно больше всякой такой дряни. Есть. Чтобы я мог его снять. Так, лети-ка ты отсюда. Иди-ка нафиг. Остаются только топливные ячейки, так сказать.
что-то произошло. Так, один трансформатор остался, и он за мной. Если он либо наверху где-то, либо внизу. Я не вижу. Ну вот, значит, она где-то внизу. А нет, вон она. Все. Воу. 5 из 5. Прекрасно. Так, и что-то у нас осталось, да? У нас осталась вот эта хрень. Корда. Попробовать, что ли? Быстрое перемещение. Все равно играем. Че нам? Конечно, так за раз все проходить очень жестко. Ну, а что делать-то, что делать? По-другому-то как? Никак. Кошмар. Подтягивайся. Давай, сука, иди сюда. Ныряй. На тебя. Баклан. На тебя туда. Вряд ли. Да, это дико. Управление воротами. Все понятно. Что у нас тут есть? Она ничего не показывает нам. Это, видимо, из лодки стрелят. О, там какая-то хренатень. Ooh.
Так, это понятно. Утопил. Так, 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 так. Нам туда. Уип. Да, потом будет, кстати, намного легче. Намного легче будет уже играть, потому что все уже разбито, мочалить будет нечего. Так, никого нет. А тут уже что-то лежит. Что это за голос был? Какой-то дерзкий. Дерзкий неизвестный враг мне. Так. Так. Ух, тут срач какой. Она еще поднимется. Ага. С передатчиками разобрались, да? Теперь у нас что-то в центре осталось и там что-то. Не, дробовик хороший, когда у него много патронов. Он, кстати, с такой скоростью стреляет. Тут интересно, что такое? Так. Давай-ка так. Вот это пушки, конечно. Потихоньку, понемножку мы.
Да ё-моё. Ух. Кошмар какой. Какой-то ниндзя, что ли? Своеобразный, конечно. Так. Чпонь. Можно было и не запрыгивать сюда. Так, хорошо. Последняя? Да. Ну все, ребята, мы с вами поработали от души. Мы полностью освободили эту территорию. У нас остались с вами только всякие приключения и сбор. Как это? 100 секретов, как в этом, как в GTA. 100 секретных пакетов, или там, как хотите, так и называйте. Все, ребята, я надеюсь, хоть кто-то выдержал эти 2,5 часа. Может быть, я, конечно, все-таки поделю по частям. Ну, а на этом давайте отдохнем. До следующей встречи, покеда.